Дорогие мои, если бы вы видели меня, когда я увидела эту юбку от бренда Визей. Как долго я тебя искала, так и хочется сказать. Дорогие женщины, все те, кто неравнодушен к французскому стилю юбки гофре, все те, кто так же, как и я, любит яркие оттенки в своем гардеробе, посвящается. Я вам сегодня предлагаю выбрать готовый ансамбль. Вы посмотрите, эти модели созданы друг для друга. Внимание на экран. Встречайте! Впервые на телеканале Shop & Show богатая обновленная коллекция от известного российского бренда Визей – юбка Равена. Огромное спасибо дизайнерам и создателям бренда Визей за такую красоту. Сегодня на любой вкус и цвет мы найдем с вами вашу модель. Я выбираю сегодня невероятно красивый фиолет. Вы знаете, что в этом году этот самый популярный цвет. И я приветствую сегодня его в нашей модной программе. Для тех женщин, кто любит для себя оттенок хаки. Очень спокойный зеленый, он так называется в нашем заказе. Цвет теплый. Я хочу сказать, что для многих рыжеволосых красавиц он составит идеальный ансамбль, если вы любите носить оттенки зеленого. Следующий цвет у нас светло-синий, мы называем его васильковый. А следующий оттенок темно-синий, мы называем его сапфир. Ну а сейчас, внимание, красный цвет. Сегодня те женщины, которые ищут любовь, привлеките ее в свою жизнь. И это я говорю вам для того, чтобы ваша жизнь была полноценной. Ваш мужчина обязательно найдет вас в этой юбке. Эта юбка приковывает взоры. Следующий цвет – оттенок бордо. Сегодня без него не обходится ни одна коллекция дизайнерских домов всего мира. Ну а сейчас давайте поговорим о вкусном шоколаде. Ни одно утро не обходится без того, чтобы мы не подняли себе настроение либо кусочком торта, либо шоколадкой. Ну а если вы отказываете себе в этом, то хотя бы цвет шоколадный порадует вас. Внимание на экран. Вот этот бронзовый цвет сегодня вы не найдете нигде. Я лично испортила очень много своих сапожек, оббегав магазины Москвы. Но честно вам скажу, я видела одну такую юбку по цене 8 тысяч. Не готова была расстаться с 8 тысячами. И для тех, кто любит базовый черный. Встречайте, в каждой коллекции дизайнера присутствует этот цвет, потому что без черного не обходится базовый гардероб женщин. Если, совет стилиста, в вашем гардеробе много ярких броских блуз, джемперов, свитеров. Выбирайте классический, спокойный, либо черный, либо коричневый. Внимание на экран! Вот эту красоту можно бесконечно смотреть и наблюдать. Представьте, как двигается юбка в такт вашим движениям. Как грациозно вы будете двигаться, потому что в такой юбке невозможно делать резких движений. Женщина меняется. Юбка Равена – это стильное гофре. Кстати, вы знали, что гофрированные юбки сегодня выбирают те модницы, которые любят практичные ткани? Я сейчас хочу провести эксперимент. У нас тут у Нижегородской области возникли сомнения. Женщины хотят приобрести такую юбку, но переживают, как она поведет себя после стирки. Давайте посмотрим. Итак, в нашей программе мы всегда проводим эксперименты с материалами, которые позволяют женщинам выбрать не просто красоту, но и практичность. Где вы видите хоть один залом? Я лично нигде. И точно так же ваша юбка сохранится после носки и стирки. Я сейчас попрошу нашу модель. Танюша, присядь, пожалуйста, в кресло, и мы проверим сейчас, насколько наша юбка сохранила свою красоту. А пока я покажу вам еще один сюрприз. Вы готовы? Для тех, кто отказывал себе в юбках гофре, боясь, что они не застегнутся в области талии, забудьте. Сегодня вы выбираете юбку Равена, которая подстроится под вас при помощи эластичной ленты. Ох, мои дорогие, сколько у нас с вами поводов надеть эту юбку. Итак, берем размер в размер, ориентируясь по объемам бедер. Ну а сейчас давайте посмотрим на готовые ансамбли наших моделей. Внимание на экран. Бренд Визей предлагает вам размерную линейку. Что я вижу? Я вижу размер своей дочери. Она у меня учится в университете, и я уверена, что Анастасия не откажется от такой идеи выбрать для себя юбку гофре. Такая юбка очень отлично будет смотреться с кожаной курткой-косухой для молодежи или с бомбером. Ну а для взрослых, да, мы предлагаем с вами стильную тунику с ярким блеском, которая называется Макена. Екатерина Шестеркова носит 54 размер. На Кате юбка Равен
Анна шоколадного цвета и бирюзовая блуза Маккена. Идеальное сочетание, как будто бы песок и море. Татьяна Крицкая: «Таня, я теряю сознание от этого блеска». Кстати, в данном случае сочетание блестящих материалов уместно. На Тане бронзовый цвет юбки Равена и золото с черным блузы Маккена. Плюс вы можете надеть самые яркие велюровые ботфорты или ботильоны. Ну что ж, Танечка Бабурова, вставай. Мы проводили эксперимент. Танюш, поверни сразу спинкой, милая. Опа! Приподними чуть-чуть кардиган. Давайте посмотрим вместе. Идеальная посадка. Ни одного залома юбки гофре. Вы еще сомневаетесь? Это юбка гофре. Таких юбок сегодня менее чем за 5000 в московских бутиках просто не найти. Вы можете надеть ее на юбилей к своей подруге, к своим родителям. Вы можете надеть ее в театр, вы можете надеть ее в ресторан, даже в клуб. Посмотрите на Татьяну Крицкую. Блеск пайеток, блеск бронзового цвета юбки Равена не оставляют меня равнодушной. А для того, чтобы вы не ошиблись, давайте правильно еще раз посмотрим на выбор размера. Посмотрите на меня. Все знают мои формы. И все знают, что они у меня не маленькие. Но, выбирая юбку гофре, вы видите эти вертикальные линии. Они лепят мою фигуру и уменьшают мои бедра. Юбка не добавляет массивности моей фигуре. Скажу вам честно, она очень комфортная. И я бы даже сказала, аккуратная. Такое ощущение, что есть расклешенные юбки, которые полнят. А есть юбки, которые вытягивают. Это моя мечта. Я давно искала для себя такую юбку. И я хочу сказать, что эта юбка пополнила мой гардероб. Вот так я приду 8 марта, почему бы и нет. И я советую вам, давайте еще раз посмотрим на расцветки. Если ваши бедра по российскому 52 и вам нравится посадка на мне, выбирайте размер в размер. Ведь у бренда Визель отточенная размерная линейка. Бренд Визель разделил свою размерную линейку на две категории. Для стандартного типа от 42 до 50 и нестандартного. От 52 до 62. Я выбираю оттенок фиолет. Он самый модный в этом сезоне. Следующий цвет – зеленый. Обратите внимание на синий, светло-синий цвет. У нас есть темно-синий цвет, яркий красный, оттенок бордо, оттенок шоколад и оттенок бронза.